20 минут о красивой жизни и интересных людях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Тренд на бодипозитив буквально захватил наш город. Сразу несколько проектов, посвященных девушкам крупных форм, стартуют этой осенью в Челябинске. Подробности прямо сейчас. Тенденция принимать себя в любом весе и любить свое отражение в зеркале, несмотря на навязанные стереотипы, поддерживается в разных сферах нашей жизни. Вслед за популярными в шоу-бизнесе балетами толстушек, коллекции Size Plus стали создавать фэшн-дизайнеры. Ну а в народ тренд бодипозитив пришел благодаря конкурсам и проектам. Ольга Савичева к своему лишнему весу относится крайне позитивно, превращая проблему и в бизнес, и в творчество. Став сначала участницей, а потом руководителем шоу-балета для полных, она открыла магазин одежды больших размеров, а затем пришла идея и этого проекта. Таких женщин, ну, уже, наверное, половина, кто носит 48+. Поэтому им же тоже надо что-то делать. То все марафоны для худых. Все проекты для худых, а нам куда? Я 17 лет танцевала в шоу толстушек. Затем я его выкупила себе в собственность, занималась его развитием. И среди поклонниц творчества очень много женщин полных, которые пишут там в комментарии, в личные сообщения, что вы такие классные, я бы тоже так хотела. И вот родилась такая идея сделать конкурс красоты, в котором они не будут худеть и изменять себя, а подчеркивать то, что у них есть. Мне этот проект еще был интересен тем, что по своей сути я и по образованию я режиссер, я организатор, я сценарист. Мне интересно абсолютно все стадии. Мне интересна стадия подбора участниц, мне интересна стадия разработки вообще концепции и в последующем разработка сценариев с Михаилом вместе. Тем более, что когда Ольга мне рассказала, какая команда, и я понимаю, что это команда очень сильных людей, именно в плане творческом сильных людей. Я поняла, что я хочу с этими людьми вместе быть в одной команде. Будет 5-недельная программа подготовки участниц, там всевозможные мастер-классы по косметологии, визажу, фотопозирование, отработка подиумного шага, подиумного рисунка, актерское мастерство, вокальные и гала-шоу. Оно будет финальное, на котором вот мы выберем несколько победительниц. Ну, вообще номинаций будет много, и предложений будет такой интересный тоже. Вообще суть проекта не только выявить лучшую девушку и распределить места и номинации. Суть проекта – поменять людей, внутренне поменять, чтобы для них вот эти недели, проведенные вместе с нами, в компании, с участницами вместе, чтобы это был яркий кусочек жизни, чтобы после окончания конкурса человеку чего-то не хватало, и он хотел вернуться к нам в проект. Если честно, вот я при каждом собеседовании спрашиваю, какие у вас причины, что вы ждете. Мне никто еще не сказал, я хочу выиграть деньги, там, или я хочу. Все хотят просто перезагрузки, новых связей, новых эмоций и самоуверенности. У нас на Урале народ очень скуп на эмоции. Это не зависит от возраста, от гендерной принадлежности, от размера. Вот просто скуп, потому что суров. Сказать, что девушки таких размеров чем-то отличаются, не могу. Могу сказать, что вот их жизненный путь, он настолько, из-за того, что они большого размера, он настолько разнообразен, что я бы сказала, они духом крепче. То есть вот они прям полярные. Они либо совсем улиточка, которая прячется в свой домик, и лучше я не буду никуда выходить. И таких людей надо раскрывать, потому что потенциал просто бешеный. Либо это люди, которые впереди паровоза, потому что они уже столько всего наелись, наслушались, и было столько разных жизненных ситуаций, что уже ничего не страшно, осталось только пройтись по подиуму в нашем конкурсе, и все. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Летние принты повторяются из сезона в сезон, но каждый раз в определенных оттенках и комбинациях. Это мы и называем модные тренды. Этим летом в их числе горох. Не какой-нибудь замысловатый, а самый классический, мелкий или средний, идеальной формы. Полоска на этот раз становится крупнее и комбинируется с различными узорами и аппликациями. I'm so happy, I cannot memorize, but now I'm
Что касается анималистических решений, на смену леопардовому пятну, популярному этой весной, приходят собачки, зайчики, еноты и другие мимимишные представители фауны. Цветы в своем актуальном проявлении будут не приторно-романтичными, а контрастными, экстравагантными, да еще и со спортивными элементами, чтобы придавать образу динамику. Яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад» и выиграй 100 тысяч рублей. Кастинг до 15 сентября. Подробности в группах «Конкурс Леди Мармелад». Приглашаем партнеров. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Вечеринки летом бывают не только в узком кругу друзей и знакомых. Случается так, что душе захотелось праздника, и как-то все само собой сложилось. Мы поняли, что если мы хотим собирать классные, интересные мероприятия, то нам вообще ничего не помеха. Ни погода, ни дождь, ни снег, ни град. Вообще нам челябинцам ничего не страшно. И поэтому у нас здесь сегодня 130 человек. Пару месяцев назад я как раз хотела сюда попасть, но пока не было дороги. И тут все совпало. Звезды сошлись, что я теперь здесь. А вот такие вот, атмосферные, домашние, в какой-то степени уютные вечеринки. Это очень здорово, что есть такая возможность встретиться со знакомыми, с близкими по духу людьми, единомышленниками, вот так круто отдохнуть. Это только на Ибице можно прийти на вечеринку в купальнике. У нас же бикини не так популярны, как коктейльные наряды. Платье пыляться. Это прям проблема. Мы вообще не знаем, куда от этого деться. Нужно выгуливать. Слоган: девочки, выгуливаем коктейльные платья или выгуливаем новые наряды. Обожаю. Я всегда только за. Мне всегда есть что выгулить. И это, знаете, как глоток свежего воздуха. Приехать, выгулить красивое платье, делать прическу, делать макияж. Наоборот, здорово. На самом деле, побольше бы таких мероприятий. Поэтому организаторам большой респект. Очень здорово, что в Челябинске появилась возможность вот так отдыхать. И надо устраивать такие вечеринки обязательно. Как говорят, не место красит человека, но это не совсем тот случай, поскольку площадка для проведения вечеринки на берегу озера уж больно хороша. Мы решили ее назвать Кременкюль. Нам не кажется, что мы в Кременкюле. Очень много мест, именно фотозон, что немаловажно для девчонок, потому что они ходят, все фотографируются. Очень по-европейски выглядит сама площадка, где проходит само мероприятие. И, в принципе, радушное отношение персонала – это очень много значит. Мы все лето обычно на даче приехали, и я очень рад. Здесь круто.
Да, летом все по садам, по огородам, по отпускам. Ну, практически сегодня в огородах, но только вот в таких огородах мало кто был, поэтому решили всех сюда пригласить. Это действительно потрясающее место, потрясающие люди сегодня собрались. Для нас это был посыл, чтобы можно было познакомить с резиденцией и официально как бы сделать открытие. Вот для этого мы согласились, и нам понравилось, чтобы можно было в дружеской атмосфере показать. У нас будет сегодня показ VIP-спа очень высокого уровня и одной виллы. Планировали еще банную тоже вечеринку. Локация очень интересная. Я сама занимаюсь организацией мероприятий. И мне было очень интересно посмотреть, как другие организовывают, потому что на самом деле я очень редко выезжаю на какие-то такие выездные мероприятия, поэтому я прям впечатлена. Я для себя открыла это место. Очень классно все, особенно ландшафтный дизайн. То есть я много раз слышала, что есть такое место. Здесь, я не слышала. Здесь первый раз, локация классная, очень рекомендую. Там кто-то на даче грядки копает, кто-то в клубе, очень душно. А здесь есть место замечательное собраться, подышать свежим воздухом, пообщаться. Просто да, с тут людьми. На самом деле здесь же не только вечеринка, то есть очень многие сюда пришли с деловой целью. То есть познакомиться, да, наладить какие-то деловые знакомства. Я уверена, что здесь... Да, собираться, безусловно, нужно. Ну и о гостях все-таки тоже стоит сказать несколько приятных слов. И, конечно же, всем поставить лайк. Нет, здесь все с телефонами, все смотрят, снимают сторисы, делают фильтры. И я такая думаю, о, классно, я на месте, я там, где надо. Никто на меня не смотрит косо, что я снимаю селфи. Здесь и есть блогеры, которые очень медийные люди. Есть в то же время друзья организаторов, есть люди, которые подписаны, которые пытаются себя как-то прокачать через Инстаграм, поэтому, ну, публика очень хорошая. Если посмотреть сейчас на тех людей, которые здесь собрались, мне кажется, вот он, собственно, и ответ, да, и только так, как мы все-таки битва блогеров, и здесь и блогеры, и, в общем-то, и медийные личности, и просто наши хорошие друзья, знакомые, всем, кому интересно такое времяпровождение. Блогеров я здесь вижу, наверное, человек 5-6, ну, таких крупных, а остальное это просто красивые, интересные люди с Челябинска, которых, в принципе, не часто увидишь на каких-то тусовках. И мы позиционируемся как две Лены, которые делают самые крутые мероприятия в самых крутых местах. Летним вечеринкам быть, если их собирают правильные люди, можно быть такой нескромной. За ними, конечно, идут люди, но здесь еще люди идут за идеей. То есть сама идея интересная, и то, что они делают, люди идут вот как бы за этим делом, за вот этой битвой блогеров. Интересная тема, она всех объединила, и люди им верят. Все проходит всегда на уровне, поэтому все мы здесь. Еще недавно челябинцы были тяжелыми на подъем. Сейчас как-то все происходит легко и быстро. Ну что тут сказать? Инстаформат. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Рассказывать о трендах сезона можно бесконечно, ведь их очень много, и каждый дизайнер трактует их по-своему. Сегодня мы представим несколько идей для нового сезона, с которыми легко и стильно можно перейти из лета в осень. Тренд этой осени – песочные оттенки. Они показаны в бежевых песочных тонах, коричневых, шоколадных, переходит в леопардовый принт, также клетка. Можем видеть их в виде молочных фактур, полоска серо-коричневого оттенка и также уходит в рыжие терракотовые цвета. Терракотовый цвет в этой коллекции сочный, динамичный. И его можно носить как самостоятельно, так и в деталях осеннего гардероба. В осенней коллекции изумрудный цвет ЭДМ представлен в различных фактурах, в платьях, в блузах, от гладких до кружевных, жакет в стиле Шанель, который можно также сочетать с простой черной юбкой-карандаш. Можно представить вот такую блузу из мягкой кружевной испанской ткани. К блузе идет топ из крепсатина, который может стать самостоятельным изделием. Его можно носить просто под жакет, а блузу тем самым комбинировать ее с другими вариантами, например, каких-то топов.
Если говорить о принтах осенне-зимнего сезона, обязательно стоит отметить графические решения. Клетка и полоска в коллекциях осени представлены во всем своем многообразии. Очень много в этом сезоне клетки. Клетка представлена в разных вариациях. Например, такая гленчик, виндзорская клетка. Клетки много, мы ее видим и в классических жакетах, в туниках, в платьях. Например, вот такая вот бежевая фактура. В этом сезоне также актуальны полоски. Представляем вот такую блузу из разной цветной полоски. Диагональная, крупная, мелкая. Очень нежная ткань по фактуре. И хорошо смотрится на фигуре. И еще одна модель. Платье в полоску. Платье-рубашка. Интересно тем, что здесь комбинирована полоска. Интересно выполнен рукав, манжет на рукаве. За счет продольной поперечной полоски силуэт дамы стройнит. Это платье можно представить как самостоятельное платье под ремень, либо просто в свободном силуэте, и одеть его с брюками. Дизайнерские идеи с элементами викторианского и готического стилей, которые вдохновили многих дизайнеров, обещают быть актуальными на протяжении нескольких ближайших сезонов. Приметы этих стилей – кружево, блузы с оборками, глухие застежки на все пуговицы и броши под воротник. Модные эксперты прогнозируют наличие элементов викторианского стиля на несколько следующих сезонов. Это такие элементы, как жабо, манжеты, рюши, броши. Все это присутствует уже сейчас в новых коллекциях осени. Конец лета и начало осени – время изучать модные тренды непосредственно в процессе шопинга, постепенно разбавляя обновками все то, что осталось нам с лета. Уютный шопинг в самом центре города. Торговая галерея «Аллея» на Труда 166 представляет лучшие бренды нижнего белья. Роскошные коллекции из тончайшего кружева и шелка. Повседневные комплекты с безупречной посадкой. А также инновационные дизайны для пышных форм с моделирующим эффектом. Стильные купальники и одежда для дома. Нам доверяют девушки от 38 до 80 размера. Торговая галерея «Аллея» на Труда 166. Второй этаж над гипермаркетом «Спар». Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб «Светлана» объявляет набор в проект «Модель X+». Подробности по телефону 263-57-37. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Все это про одежду бренда Medi Art. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Medi Art – гарантия восторженных взглядов. Хотите еще больше красивых новостей? Подписывайтесь на наш Инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте, а также смотрите YouTube-канал Beauty Time. На этом все, до встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой, ателье «Модный дом Я».